Совсем скоро наступит один из самых древних и любимых праздников в Азербайджане – Новруз-байрамы, вобравшие в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Подготовка к празднику весеннего равноденствия начинается фактически за месяц до самого праздника. Приход Новруза знаменует завершение зимы, наступление Нового года и, самое главное, весны. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествует 4 вторника, каждый из которых символизирует одну из 4 стихий – воды, огня, ветра и земли. Сегодня второй вторник перед Новрузом огня. В этот день принято разжигать костры. По народному поверью, огонь очищает от невзгод. Все плохое, что было в старом году, сгорает в пламени костра и остается в прошлом. Новруз в Азербайджане всегда отмечается грандиозно. Это и ярмарки с традиционными кулинарными изысками, и развлекательные мероприятия, сопровождающиеся песнями, танцами, театрализованными сценками и многое другое.